Всем привет, ребят! С вами я, Максим Синов, Майнкрафтер, мы продолжаем играть в City Car Driving. Ну что ж, погнали. Так, ребят, сегодня у нас Volvo. Volvo, не помню, ребят, полное название, ну вот. Короче, едем, так сказать, будем кататься. Вот. Так что все, ребят, чики-пуки, все круто. Да, ребят, Volvo, новая такая машинка. Ну, больше ничего сказать не могу, только Volvo. Volvo, ребята. Все, катаемся. Сегодня будем, ребята, кататься по тому же самому пути, что и на Range Rover. Ну, вроде бы. Ну, или нет, не только на Range Rover. Вот, ребят, будем, как обычно, по правилам кататься. Ребят, не обращайте внимания на эти звуки посторонние. Так, ребят, едем по правилам. Просто, ребят, едем. Теперь давайте по сельской дороге поедем. Можем по сельской дороге погонять. Вот.
ребят, мне нечего комментировать, сразу говорю. Мне просто тут нечего комментировать, честно скажу. Просто, ребят, катаемся, вот. Просто катаемся чисто. Да, ребятки. Катаемся, ребятки, мы с вами. Скоро, ребят, будем видео заканчивать, наверное. Не обращайте внимания, ребят, мне что-то пришло на телефон. Итак, у меня все зависает, ребята, вот на такой вот огромной скорости, 182 километра в час, у меня тут, 181. Вот так у меня все зависает, меня это сильно бесит. Господи, видите, вот до чего доводят эти баги, лаги, зависания. До того, что человек врезается в каждую, во все машины. Я сказал бы. Яп. Так что... Это плохо.
Наконец-таки, ребят, мы приехали в этот город. Но это наш один город просто. Наконец-то мы приехали сюда. Какая-то улица-то ходит. Понятно. А, загородный проспект. Это вообще не улица. Проспект загородный. Ребят, мы летим уже 120, и нас заносит сильно. Потому что у меня руль зависает. Если бы был у меня игровой руль такой, то у меня бы так не зависало бы. Ну, вот так руль бы не останавливался. Я бы сам бы его крутил. Стоим на красном. Стоим на красном. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот такие, ребят, задние сиденья. Давайте, ребят, припаркуемся по старинке и закончим видео. И да, ребят, следующее видео должно, знаете, какое быть? Я вам не скажу, а то будет уже неинтересно. Смотрите. Ребят, раньше я в подсказках оставлял видео, как скачать моды из City Car Driving. Теперь я буду вставлять ссылочку на сайт. Такой, ребят, Volvo. Такой вот красавец. Ну что же, ребята, на этом я буду заканчивать. С вами был я, Максим Симонов, Майнкрафтер. Я всем пожелаю удачи. И всем пока. Ссылочка на мод, ну, на сайт с модами City Car Driving в описании, ребят. Извините, что еще раз повторяю. Всем пока!